Друзья, всем привет! Вы на канале ПрагАвто. Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда на дороге необходима техническая помощь, либо просто консультационная помощь юристов, адвокатов, когда вы, не дай бог, попали в ДТП, либо ваш автомобиль не заводится, либо у вас пробито колесо. Что же делать? Клиенты лизинговой компании VIB Leasing всегда находятся со своим помощником в дороге. Конечно, есть знакомые, есть друзья, которым можно позвонить, есть много служб, но для клиентов VIB Leasing всегда есть вспомогательный ключ. У вас всегда есть ассистентская карта от VIB Leasing. Вы набираете номер телефона, который указан на сервисной карте, и озвучиваете свою проблему. Возможно, вам просто необходимо поговорить. Вы говорите с человеком, едете в дороге, вам стало скучно, и вы поговорили. Служба техничной поддержки VIB Leasing, меня зовут Роман, доброго дня. Также клиент может заказать билеты в кино, найти медикаменты. Он может заказать отель, забронировать в командировке, когда он едет. Пока по дороге едет, ассистентская служба найдет ему отель в городе, куда он едет, и забронирует ему этот отель. Если у вас вдруг не заводится автомобиль, зима, аккумулятор сдох, необходимо прикурить автомобиль. Приезжает специалист, делает свое дело, вам привозит горячий кофе, пледик, вы в тепле, укутаны. Ожидайте, пока специалист сделает свое дело. Друзья, с сервисным пакетом от VIB Leasing вы никогда не останетесь один на один со своим автомобилем. У вас всегда есть помощник в дороге. Приходите к нам, становитесь клиентом VIB Leasing. Мы будем рады помочь вам, мы будем рады быть вашим помощником и спутником в дороге. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Подписывайся на канал ПрагАвто, ставь лайки. Если у вас остались вопросы по поводу лизинга и по поводу ассистанса от VIB Leasing, задавай их в комментариях к этому видео. И мы ответим на все ваши вопросы. Пока!